Всем привет, ребята. Выехали. Женя здесь по делам пошел. Я его жду. В общем-то, погода сегодня относительно нормальная, я вам скажу. Несмотря на то, что я в куртке, как бы хотя бы не слишком холодно. Уже радует. Ветер есть, но хочется тепла, да. Все мы ждем тепла. Но когда же будет тепло? Когда же будет жара долгожданная? Я надеюсь, что дождемся. Завтра собираемся поехать в Липецк. Так, немножко за вещичками. Диана там что-то хотела себе купить. Я, в принципе, ничего не хотела. Я в прошлый раз, в прошлую нашу поездку, как бы купила все, что нужно. Единственное, что, наверное, посмотрю себе все-таки шорты. И, может быть, джинсовку. Опять-таки, под эти шорты и под джинсы, которые я уже купила. Ну, под те дрявенькие, если вы видели, смотрели мои видеоролики. Вот. И как бы все. Больше я ничего не планирую. А что Диана себе собирается покупать, я не знаю. Как бы у нее такие вкусы, они немножечко далеки от моих. Вот, ну там уже что-то хочет, посмотрит. Выберет. Также хотелось бы сходить, наверное, завтра в парк в Липецке, в какой-нибудь, даже не знаю, если честно, в какой, просто погулять. Может быть, на площади там погуляем, ну посмотрим. Приехали к нам на площадь, у нас тут праздничек какой-то. Народ тусуется. Тепло, кстати, хорошо. Да, ветер, но тепло. Да, я тут что-то вышла из дома, было прохладнее, по-моему. Очень как-то так. Что так, кстати? Атмосферно. На сколько времени? Не знаешь? 17:00. Не, ну это запись колонки. Нет, здесь микрофон стоит. А может, уже прошло? Встанем. Блин, можно было посидеть на лавочке, но не занято. Ребята, мы решили прогуляться дальше. Сейчас до киоска там купим себе кофеечек. Еще как-то так. На площади у нас там продолжается все. Мы не стали ждать, не стали смотреть. Я не знаю, продолжается или заканчивается, но суть в том, что как бы люди там тусуются. Мы сейчас прогулемся и на обратном пути. А мы с тобой до конца прогуляемся, до конца аллеи, наверное, да? А что, надо спортом заниматься, Женя? Хотя бы ходьбой. Я спортом на работе занимаюсь. И, ребята, я минут по 15, от 15 до 30 в день вот стараюсь как бы уделять спорту. Что-то там приседаю. Ой, у меня налетела какая-то муха. Что я там еще делаю? Прыгаю, да. Ну, разные там. Посмотрю. А, еще посмотрю, может, и воду. Да. Чай уже надоел. Чай я не пью. Кофе мне надоело. А вот мороженое, можно, видите, мороженое 60 рублей, что ли? Бюджетненько-то как. Я просто говорю. Так, ладно, сейчас что-нибудь возьмем. В общем-то, вот мороженое. Сейчас будем. Я креманку, а Женя в порошке. Только мороженое, ребят. Есть. Будем сейчас есть. А у Жени будет рожок. 180. А это Женин. Сейчас подержим, пока он расплачивается. В общем, так, Женя, будем идти гулять. Вот, ребят. Сейчас будем есть мороженое. Ну, сегодня хотя бы не холодно, поэтому можно. Обычно, когда совсем холодно, я не ем. Ну, честно сказать, вкусное, но я больше люблю белое. Ой, а я так нормально фруктовое люблю. Ягодное фруктовое. Да, еще перезвязь. Здесь посидим. Ой, я на солнышке, я люблю на солнышке сидеть. Ой, ребята, вот так вот хорошо. Солнце в глаза светит, красота. Ой, мы идем уже обратно. Женя немножко устал. Мне хорошо. Так прям классно. А вот каштаны как цветут красиво.
после мороженого горло закладывает. Вообще как-то прям, я не знаю, очень много мороженого в этой корзиночке. В следующий раз надо брать поменьше. Попросить, чтобы положили поменьше. Но вкусно. Вкусно. Вкусненько. Чуть-чуть упал. Упала. Цветочек улетел. От каштанчика. От каштанчика, да. Так. Сирень. Вот там сирень. Видел сирень? Неделю прошу сирень. Никто не дает. Давай ночью приедет с пилью. Нельзя, ты что? Я надеюсь, здесь хоть камеры стоят включены. Все-таки здесь много всего такого нового. Ну, видишь, еще лавочки-то не сворованы. Целы, да, значит, все-таки хоть что-то. Ну, да. Это вот наш бас со спины. Физик. Дом такой старый, да? Смотри. А база? В смысле туалет? Вот. Вот это? А это, по-моему, А разве оно не была вот эта плитка? Мне кажется, машина не была, нет? По-моему, круг. Да нет, мы все делаем. Ну, да. Как-то так. Это дом какой старый. Вот сломали, этот. Нет? Еще послушать хочу. Обочки. Жень, ну можешь всю историю слышать. История города Усмы. Жень, ну можешь слышать. Усманская земля является родиной многих известных людей, среди которых создатель лазерных лучей, лауреат Нобелевской премии, академик Николай Басов. Да, собственно, он. Является одним из самых красивых. Да. С квадрокоптера красивая съемка. Только он немножко тормозит, мне кажется, сейчас. Нет? Пойдемте. Пойдем, да. Так вот. Ой. Еще хочется потеплее, чтобы было. Прям еще теплее. Хоть немножечко. Ты тоже хочешь тепла? Мне не хватает тепла, так... Мама, дочки. Чё, зачем? Слишком жарко, тоже плохо. А хочется, слушайте, что? Я люблю жару. Я очень люблю жару. Во всех её проявлениях. Солнце обожаю, не знаю. Солнце — это прям моя стихия. Вот такой у нас городок. Отходим мы снова к площади. Там вообще гуляния идут. Масштабные. А тут прям ветерок такой что-то сильно ощутимый. Я вам скажу. Но тепло. Все так же тепло. Что все затихло? Не, а много людей там прям вообще. Хотя как бы никакого объявления о торжестве никакого я не видела нигде. Да, ну сейчас ничего мало. Что-то как-то не оповещают, да? Или просто мне не попадает на чую. Ты не листаешь, не лазишь. Чего есть только вечер. Вот как
так. Люди проводят время. Фестиваль. А сейчас для вас поет солистка ансамбля «Черноземочка», лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Елена Воронцова. Гараж и домой. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.